Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика я хотел вам сказать то, что я всех сейчас добавляю в друзья, поэтому, кто хочет, добавляйтесь в друзья, ссылочка на мой ВК будет в описании. Также можете присоединяться к нашей беседе, ссылка на беседу также будет в описании. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Родина Ролиплей, Центральный Округ. Моник здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить моник при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня мы будем покупать мне новую машину, но возможно не мне. Почему я так сказал, сейчас объясню. Смотрите, надо сделать такое небольшое голосование, либо в комментариях, либо там по лайкам, я не знаю. Либо ставьте много лайков, пацаны, либо пишите в комментариях. Сейчас я куплю машину, и если будет много желающих, то есть и будет хорошая поддержка, то я машину эту разыграю. Поэтому, пацаны, все зависит только от вас. Я снимаю это видео в пятницу, но выйдет оно, скорее всего, получается в субботу, потому что сегодня в пятницу я вечером уезжаю. Уезжаю там по делам, поэтому меня не будет до понедельника. Эта серия поставится на таймер и выйдет она, получается, в субботу. Я приеду в понедельник и уже увижу, в принципе, результат. Захотели вы, чтобы был конкурс на машину или нет? Если что, машину можно иметь с любого уровня, и чтобы иметь машину, не нужен дом. Даже права не нужны, я вам спокойно могу ее передать. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях. Так, пацаны, я нашел тачку, это Porsche Panamera получается. Я покупаю за 3 миллиона и 100 тысяч. Я нажал принять, все, теперь это моя машина, пацаны. Я потратил почти все деньги на эту машину. Porsche, пацаны, Panamera, просто Panamera черная. Но я думаю, сейчас ее сделаем белой, чтобы ее было, в принципе, нормально видно. И тогда уже посмотрим на нее полностью. Форточка сзади разбита, конечно. Ну, сейчас починим и посмотрим на эту малышку. Ну что ж, пацаны, я ее починил, она очень классно смотрится в белом цвете. Я думаю, пацаны, вам она понравится. Обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях, хотите вы розыгрыш на вот эту машину. Если будет много лайков, много желающих, то я, конечно же, сделаю конкурс на вот этот автомобиль. Да, я потратил почти, пацаны, все свои деньги, у меня осталось 176 тысяч, и больше денег у меня как бы нету. Я потратил на эту машину 3 миллиона 100 тысяч. Я думаю, вы, в принципе, заходите, что чтобы я ее разыграл, потому что, ну, это очень годная машина, она мне внешне очень нравится, просто, особенно морда у нее очень красивая и классная. Сейчас, пацаны, поедем, припаркуем машину, у меня есть еще 9 рулеток, мы их покрутим, и, может быть, мне выпадут денежки хотя бы, потому что мое положение с деньгами сейчас очень плохое, потому что я все деньги потратил на вот этот автомобиль. Ну, посмотрим, разыграю или нет, потому что все, пацаны, зависит от вас. Мне, в принципе, не жалко для вас разыграть эту красавицу, но вы должны показать активность, вы должны показать, что вы хотите конкурс, и вы должны показать, что если я сделаю конкурс, то там не будут участвовать 10 человек. Поэтому, пацаны, надеюсь на вашу активность и на вашу поддержку. Блин, пацаны, я просто ехал, и тачка реально очень годная, просто кайфовая, прекрасная, великолепная, просто реально четкая машина. Так, меня что, принимать сейчас будет или что, я не понял. На каких они основаниях вообще меня остановили, я вот этого не понимаю. Пусть покажут мне ордер на проверку, почему я должен как бы их слушать. Раз, два, три, ну идите в жопу. Пусть идут в жопу просто. Я заеду к себе домой и все, ебать. Все, отлично. Ну реально, какого хуйня мне должны останавливать? Я, блядь, ехал к себе домой, у них там какая-то проверка. Ну меня ебет, что у них там проверка. Пусть своей проверкой занимаются, блядь, с кем-то другим. А вот это стоять там, блин, все это отыгрывать. Я просто спокойно ехал и все домой. Они меня без причины остановили и, типа, ну, я должен их слушать. Я считаю, что я поступил правильно. Я купил машину, я ехал домой просто и все. У них какая-то проверка там и так далее. Ну, ордер они мне не показали, поэтому я решил ехать. Вот такая вот, пацаны, машинка. Мне она очень, на самом деле, нравится. Обязательно, пацаны, ставьте лайки и пишите в комментариях, делать розыгрыш или нет. Потому что эта тачка может достаться кому-то из вас. Поэтому, пацаны, проявите активность. We'll be right back.
Ну что ж, пацаны, вот такое вот получилось видео. Рулетку я покрутил, машину я купил, поэтому все теперь зависит только от вас. Повторюсь, ставьте лайки, пишите в комментариях, хотите ли вы розыгрыш на вот этот замечательный автомобиль Porsche Panamera. В принципе, стоит он 3 миллиона, поэтому я думаю, стоит, в принципе, поучаствовать. Ну и я бы с радостью для вас его разыграл, мне не жалко. Как бы да, я потратил все свои деньги, но все равно я готов для вас разыграть этот Porsche. С условием того, что будет активность на этом видео. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, все ссылочки есть в описании, IP, мой ник, ссылка на группу, ссылка на беседу, ссылка на мой ВК, все, короче, есть в описании. Увидимся уже, получается, наверное, в понедельник, либо во вторник, потому что, повторюсь, я сегодня вечером уезжаю, я снимаю это видео в пятницу, выйдет оно в субботу, а в понедельник я только приеду домой, пацаны, поэтому вот такие вот дела. Все, всем пока-пока.